В ближайшие два дня вылеты в Москву и Санкт-Петербург из Курского аэропорта будут закрыты. Рейсы осуществлялись компанией «Саратовские авиалинии», чей самолет Ан-148 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье. В данный момент перевозчик проходит проверку Росавиации. 13 февраля в 7:45 утра самолет саратовской фирмы Як-42 вылетел из Курска в Москву, но возвращаться обратно пока не будет, сообщают справочной аэропорта. До 15 февраля воздушные сообщения в столицу и Питер закрыты.